Сегодня праздничный день, сегодня у моей доньки Ксении день рождения, сегодня ей исполняется 9 лет. К сожалению, это второй день рождения, Ксюша, когда папа не может ее поздравить лично, а обращается именно через, с поздравлениями, обращается к тебе через канал Кузница Тест-Драйва. Сказать, что я скучаю, это ничего не сказать, я скучаю очень сильно. Но все-таки сегодня праздник, и хочется, конечно же, пожелать тебе здоровья, счастья, потому что вот год и 4 месяца, я не знаю, что с тобой происходит, как твоя жизнь, как у тебя здоровье, ну, не владею никакой информацией, Ксенечка, но я надеюсь, то, что ты у меня девочка разумная, ты делаешь правильные выводы, и никто тебе никогда мозги не прополоскает до конца, и ты прекрасно знаешь, что папочка тебя очень сильно любит и скучает, и очень хочет побыстрее с тобой встретиться, опять жить вместе, принимать участие в твоей жизни, в твоем воспитании. Я уверен, что этот день рано или поздно наступит. Ксюшечка, помню о тебе не только я, помню о тебе и наши друзья. Сейчас будет несколько поздравлений от них и пожеланий. И, конечно же, твой хомячок Хома, Спайдермен, как ты его называла, он живой, с ним все нормально. И он тоже передает тебе маленький привет и поздравления. И тоже ждет тебя очень сильно дома. Ксюшка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья. Будь послушной девочкой. Очень сильно за тобой скучаем. Мы надеемся, что очень скоро увидим твои озорные глаза, услышим твой задорный смех. Встретимся все вместе и будем веселиться и радоваться каждому дню. Ну а сейчас желаем тебе быть счастливой, здоровой, веселой и всего тебе самого хорошего. Да, пацаны? Ксюшенька, сегодня очень хочу тебя поздравить с твоим днем рождения. Помню, как мы с тобой гуляли в парке, как ты была любопытна и все тебя интересовало. Поэтому я тебе желаю в этой жизни действительно всего интересного, ко всему интересному относиться творчески. Рисовать, как ты рисовала. Я помню твой розовый фламинго. Поэтому желаю тебе развивать свои творческие способности. Желаю тебе достигать в этом направлении успехов. Помню, как ты играла на пианино. Вот, надеюсь, что ты тоже сохраняешь любовь к этому виду творчества. Вот, всяческих тебе успехов. И очень буду рада тебя видеть. Всего тебе доброго. Еще раз, с днем рождения. Ксюшенька, счастья тебе, здоровья. И помни, что самое главное – вырасти хорошим, честным, порядочным человеком. И самое главное – не врать самой себе, а смотреть на жизнь реально, объективно и не обижать вокруг людей. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они к тебе относились. И еще хотел в конце сказать – не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна. Я тебя жду дома. Целую, Ксюшечка, я люблю.